Всем привет! С вами проводник по городу Кристина и программа «Я в Бийске, а у вас?». Эх, насыщенная выдалась неделька. Я наконец-таки восстановила свой спортивный режим, начала правильно питаться, а еще у меня был мега-шопинг, сменила летний гардеробчик. А вот что у вас интересного произошло на этой неделе? Да ничем особо. Дом, работа. А в свободное время чем запомнилось вам? Ну, мы с друзьями посещали карьеры барнаульские. Все из событий. Да ничем, на даче были. Чем запомнилось-то? Рассаду высадили. Да? Цветочки посадили. В общем, дачный сезон открыт, идет полным ходом. Я в отпуске. Погода отличная. То есть, в принципе, все устраивает. Наслаждаемся. А как отпуск проходит? Ну, обычно дома, дача, все. Пока так. Я уволилась с работы, буду искать новую работу. В вашем городе. Прекрасно. Мы с семьей ездили на дачу, отдыхали. Говорится, лето, огурчик, помидорчик. Эта неделя мне запомнилась, что я наконец пошел в отпуск. И теперь до самого августа плотничком буду отдыхать, загорать, купаться и, возможно, немного путешествовать. В сад ездили. Высаживаем помидоры сейчас, все. Парники делаем, листву. Сжигаем в бочках. Что-то сильно интересного ничего не было. Ну, посадки в огороде, вся работа пока вот такая. Отлично. Я как раз сейчас проходила марафон. Ну, не будем вдаваться в подробности. Выход из зоны комфорта. Раздавала сладости с молодым человеком. Вот. В данный момент у меня отпуск. И я, ну, собственно, занимаюсь собой. Вот. Очень много общения на этой неделе. Сегодня была в библиотеке в Бийской. Как бы я сама не местная, поэтому, ну, так, хожу, гуляю. Я студент, идет активная подготовка к экзаменам, поэтому неделя проходит достаточно активно. Сдаем последние пары, так, конспекты и все. А на этой неделе, буквально-таки сегодня, у нас произошло интересное. Это мы готовимся. 26 числа вообще грядет день подграничника, 28-го. 26 числа у нас будет такое мероприятие. Нас пригласили в Горный Алтай, мы будем там выступать. Это, если что, кадетский хор. Вот, еще мы готовимся к прощению со знаменем, опять-таки кадетская школа. Вот, вот столько интересных событий было, и мы всю дорогу репетируем целыми днями. А сегодня еще и экзамен проходил первый у ребят в школах. Это была программа «Я в Бийске, а у вас?». И кто знает, может, на следующей неделе именно вы станете участником нашей программы. Ну а на сегодня я с вами прощаюсь. Всем пока-пока!